Кинокомпания «Пецца Италия» представляет. Карло Понти Продакшн. Софи Лорен. В фильме «Две женщины». В фильме снимались Роберт Лоджия, Андрео Аччепинти, Карло Кало, Леонардо Ферранцини, Дарио Джерарди, Томми Дживоджа, Ильзе Престинари, Джузеппе Квартулло, Сидни Пенни. Композитор Армандо Траваёлли. Монтаж Альберто Галацци. Оператор Луиджи Ковейлер. Автор сценария Диана Гуд, Бернардино Запольни. По роману Альберто Моравия. Исполнительный продюсер Алекс Понти. Продюсер Карло Понти. Режиссер Дино Ризи. Мария! Мария! Все в порядке. Мы могли оказаться там. Спи. Может, скоро все закончится, Розетта. Завтра мы уедем отсюда. Вот увидишь. Мы уедем в Рим. Потерпи, любовь моя. Все будет как прежде. Скорее бы лечь в собственную постель. И забыть эту грязную войну. У всех в жизни наступает момент, когда вдруг все меняется. Рим, год назад. Все становится другим. Оглядываясь назад, я понимаю, что для меня такой момент настал после смерти мужа. Я не скорбела о нем. Он был старше меня. Мы никогда не были близки. Для меня и моей дочери он всегда был чужим. Но он не оставил нас в нищете. Даже во время войны, длившейся уже 3 долгих года. И хотя Рим избежал бомбежек, все в городе мечтали о мире. Но, похоже, Муссолини, объединившись с Гитлером, решил продолжать войну. За свободой мы отправились на юг. Американцы и их союзники высадились на Сицилии и с боями подступали к Риму. Но, несмотря на это, Рим считался безопасным городом. В нем умирали естественной смертью. Он упокоился с миром. Теперь он не будет тебе изменять. Я его уже простила. Ты его любила? Я вышла за него. Знаешь почему? Я устала спать со слами и трусами. У него были деньги. Он сказал: «Я увезу тебя в Рим». Я вышла замуж за Рим, а не за него. Бедняга. Он не был мужем и не был отцом. Спасибо, Розетта. Сколько? 2, пожалуйста. Нет, мама. Не бойся, Розетта. Они не будут бомбить Рим. Так сказали по радио. Здесь живет папа. Бабушка, идем с нами. Не надо пармезан, возьми пекарина. С ним спагетти вкуснее. Он смягчает вкус отрубей. Держи. Этого не хватит, чтобы отбить вкус черных спагетти. Сегодня даже спагетти носят черные рубашки. Да. Сеньор Феррари, вот маринованные овощи. То, что надо для рагу. Рагу? Кто сейчас может купить мясо для рагу? Не жалуйтесь.